этом году палаточный город на фестивальной поляне развернется лишь со среды 29 июня. Это связано с проведением молодежного форума «Иволга». Сейчас на воде по традиции устанавливают главную эстраду в виде гитары. Кроме того, будут работать еще 11 концертных площадок, в том числе и новая, поэтическая. Среди гостей праздника известный поэт Евгений Евтушенко. Мы поставили себе задачу, значит, привлечь как можно больше молодых, талантливых, ярких личностей, чтобы этот фестиваль прогрессировал, чтобы давал дорогу молодым. Ведь Грушинский всегда был стартовой площадкой для талантливых людей. Допустим, вот тот же самый народный артист России Олег Митяев пришел неизвестным мальчиком на Грушинский фестиваль. Помимо молодых музыкантов, на поляне выступят и матерые барды. Тот же Олег Митяев, Александр Городницкий, Галина Хомчик, братья Мещуки, Никита Высоцкий. По традиции пройдет футбольный матч сборной мира против ветеранов Крыльев Советов. Добраться до Грушинского можно будет по железной дороге. Для удобства пустят дополнительные электрички. Въезд на территорию на личном автомобиле платный – 1000 рублей. На фестивале многие годы организовывается выставка. Выставка, где возможно приобрести продукты и туристическое снаряжение для того, чтобы оборудовать свой лагерь и обеспечить свое питание. И кроме того, открыты точки общественного питания. Организаторы напоминают, разводить костры на поляне запрещено. Обеспечивать безопасность отдыхающих будут ежедневно 270 полицейских и 70 сотрудников ЧОП. Ожидается, что Грушинский фестиваль в этом году посетят 50 тысяч меломанов.